Клип анимационный, что значит мультипликационный, на песню «Харвем Бру» снимался достаточно давно, но я помню, как это происходило. К нам обратились какие-то наши знакомые, тогда еще какие-то мы не знали, потом они стали очень хорошими друзьями, аниматоры, мультипликаторы, это целая команда. И среди них был как раз художник, который рисовал и создавал это, мультипликатор, его зовут Слава Ушаков. Почему-то все тогда думали, что это видео делает студия Татарского. Это совершенно знаменитая мультипликационная студия. Вот, но это не совсем так. Слава Ушаков то ли воспитанник, то ли выходец, то ли он был тогда сотрудником студии Татарского, но это делала не она. Это делала совершенно другая бригада. Ну, что сказать, поскольку я сам не мультипликатор и не художник, вот я, естественно, сам ничего не рисовал. Вот, мы только время от времени смотрели на какие-то результаты, промежуточные результаты этой работы. Были, безусловно, очень рады, когда сняли наши физиономии в начале клипа, потому что нам хотелось, чтобы мы были, потому что были молодые, а как же без нас, где мы, где наша физиономия. Вот, и что интересно и замечательно, я тогда не понял, но спустя какое-то время я понял, что даже эти люди, даже мультипликаторы пытались перевести с якобы английского языка, или, по крайней мере, интерпретировать свое понимание этого якобы перевода. Почему? Потому что там есть такая штучка, вручают на тарелочку, это как бы такой сюрприз. Они это называли сами между собой, мультипликаторы. Они это называли секрет, секрет, секрет. То есть вы понимаете, что когда я пою секрет, ба-ба-ба и так далее, вот, это, как оказывается, они пытались перевести чей секрет, I know, то есть опять какое-то страшное, дикое, на мой взгляд, необоснованное сочетание русского и английского языка, но вот таким образом люди это пытались интерпретировать. Для меня, как для музыканта группы, был, конечно, самым важным моментом, как ни странно, была, точнее, презентация этого видеоклипа. Она происходила в тогдашней дискотеке «Пилот». И такой толпы народу и такого ажиотажа я не видел в своей жизни никогда. По крайней мере, я имею в виду, естественно, историю «Ногу свело». Это несколько эпизодов из того, как рождался анимационный видеоклип на нашу песню «Харвем Бру». Всем привет!